на самом деле, мне кажется, историческое правильное событие. Это открытие бизнес-навигации. Навигатор мы задумывали как такое многоуровневое понятие. С одной стороны, это форум, в классическом его смысле, это собрание людей. Формат интересный, достаточно новый для Челябинска. То есть, ну, у нас, в принципе, в таком формате пока еще ничего не было. А отличие этого форума, что это практический форум. Здесь наша задача выслушать каждого, понять их интересы, их приоритеты и дать им направление действий, чтобы компании, уходя отсюда, понимали, что да, мы вынесли из этого мероприятия для себя практическое зерно. Ключевое отличие здесь – это то, что люди, которые сегодня принимают участие как спикеры и, в общем-то, как даже модераторы, это реальные предприниматели. Малый и средний бизнес – это наиболее активная часть делового сообщества, которая в наиболее сложных условиях находится. Мы сегодня собираем вот эту вот активную часть, формируем способы решения выхода из кризиса экономического. Ну, решили сами уже взяться за решение этой проблемы. Мне бы хотелось услышать, какие компании есть в Челябинской области, кто имеет опыт выхода на внешние рынки, у кого есть какие возможности, какие инструменты, институты поддержки известны им и какие есть реально на сегодняшний день и которые не используются ими. Если мы не будем создавать новые инструменты поддержки бизнеса, если мы не будем оценивать эффективность их применения, естественно, мы не сможем ситуацию переломить в лучшую сторону. Большое количество секций, где есть возможность высказаться каждому, услышать каждого. И вот это обобщенное видение донести. Наша задача – представить две точки зрения на одну проблему. Это взаимодействие власти в лице налоговой инспекции и бизнеса. Я думаю, что если нам удастся быть услышанными друг другом, конечно, результат не заставит себя ждать. По результатам тесного взаимодействия с предпринимателями родятся резолюции, практически, которые будут сегодня донесены до губернатора и взяты на контроль. Любой форум – это возможность общения между властью и бизнесом. Здесь есть представители федеральных структур, правительства Челябинской области, представители муниципалитетов и представители бизнеса. Вот мы ведем цивилизованный диалог, результатом которого должна стать дорожная карта по исполнению конкретных инициатив, конкретных идей, о которых мы сегодня договоримся. Почти все из того, что обозначено, мы это сделаем, не откладывая задачу в долгий ящик. Я очень доволен тем, что первый региональный форум, посвященный навигации бизнеса в непростых условиях, с одной стороны экономической турбулентности, а с другой стороны созданной карты мер господдержки, прошел именно здесь. Мы задали определенную достаточно высокую планку в Челябинске, и теперь наши коллеги в других регионах, вот Крым будет следующий, другие территории, должны будут эту планку не уронить, а только поднимать выше и выше. Доволен встречей с губернатором, который поддержал многие из наших инициатив. Теперь мы будем те предложения, которые на форуме были сделаны, активно внедрять в Челябинскую область.